очень много в голове всего происходит одновременно, и у меня помимо английского есть еще миллион увлечений, в том числе свопы, потому что, ну, я люблю наряжаться, я люблю тусовки, вечеринки, электронную музыку, поэтому на наших свопах обычно выступают диджеи. Раньше играем в лото. Ну, где еще вот эту прелесть взять? Началось все очень просто. Мы с подружками болтали. Я вот сегодня пыталась, кстати, вспомнить, в 15-м или в 16-м году, я не вспомнила, по-моему, в 15-м, судя по фотографиям. Мы с подружками просто обсуждали, что как-то у нас много вещей дома. Может быть, мы их куда-то денем? Как-то просто выставлять возле мусорки, как это часто бывает. Многие так практикуют, вообще нормальная на самом деле практика. Ты выставляешь пакет, кладешь сверху на пакет какую-то вещь, чтобы люди понимали, что там одежда. Люди подходят, забирают. Все классно. А мы с подружками решили собраться, и другая наша подруга сказала, что есть такая практика свопов, и к нам тогда уже приезжали художники в ЦСИ «Заря» и проводили своп-вечеринку. И мы начали вот так собираться, сначала в квартире какой-нибудь из подружек, мы менялись, друг другу отдавали вещи, то, что оставалось, мы отвозили на благотворительность, там либо в церкви, либо еще какие-нибудь благотворительные склады находили, гуманитарные. А потом мы перестали помещаться в квартирах, потому что подружка приводит подружку, друга и так далее. И мы стали делать большие вечеринки. Собственно, да, для меня в первую очередь это раскломиться, это личные цели. А потом, когда ты начинаешь анализировать, понимаешь, что да, вообще-то мы очень много покупаем, вообще-то это покупать все, ну, можно и не покупать. Зачем покупать новую вещь, если она уже где-то есть? Это платье насвопленное, эти бусы насвопленные, ну, то есть... Я покупаю только какие-то там личные очень вещи, либо что-то, что очень хочу. А все остальное либо своп, либо секонд-хенды, опять же. Это 83-й год. Это невероятные зеленые... Ничего страшного, я поправлю. Невероятные зеленые тюльпаны. Я найду какую-то очень тоненькую девочку, и она будет в нем ходить очень радостная.